В 13-й раз подряд немцы принимают популярный танцевальный коллектив из Мозыря. Это уже не просто визит в рамках международной культурной программы по обмену опытом, а теплая встреча хороших друзей. Каждый раз Алексис привозит с собой новые танцевальные постановки и в недельном рабочем графике по зарубежью демонстрирует ее зрителям. Школы, гимназии, интернаты – это традиционные площадки для выступления белорусских артистов. Ежегодное участие в этой молодежной программе на самом деле дает очень большой толчок в работе коллектива, потому что это начинается с начала рабочего нашего года. Соответственно, мы готовим новые концертные номера, мы готовим новые концертные программы. Вот, и вот это вот участие в этой программе, ну, позволяет нам, ну, развиваться, потому что концерты проходят непосредственно на ту аудиторию, на которую мы в принципе и рассчитываем, да, это школа, это гимназии, это детские дома, да, то есть это та публика, ради которой, в принципе, мы и существуем. Помимо совместных тренировок, мастер-классов и выступлений, у ребят есть время на культурную программу. За неделю в Германии они успевают осмотреть десятки исторических комплексов и знаковых мест в регионе. В таком культурно-просветительском досуге руководитель балета видит только преимущества. Кстати, организаторы, принимающая немецкая сторона, стараются сделать этот отдых максимально разнообразным. Это не только танцевальная культура, это еще и тесное общение, это возможность там, языковой практики, потому что многие ребята изучают немецкий язык, а здесь непосредственно уже у носителей языка, то есть получать какие-то навыки. Плюс возможность показать себя и рассказать о своей культуре. Каждый из участников коллектива, которому довелось побывать в Германии, отмечает, дорожные приключения начинаются сразу после закрытия двери автобуса еще в Мозыре. Ведь эта дружная команда уникальных людей с хорошим чувством юмора и нестандартным отношением к жизни знает, как с толком провести время в дороге и ценит каждую минуту этого путешествия. Уже на немецкой земле после непродолжительного отдыха мозыряне поспешили на экскурсию за минимум времени получить максимум пользы. Это в стиле коллектива «Алексис». В первый день ребята изучали окрестности Виттенберга, а после приступили к репетиции. Впереди недельный танцевальный марафон. Второй день пребывания в Германии запомнился мозырянам уникальной архитектурой Потсдама и историческим прошлым немецкой столицы Берлина. После изучения достопримечательностей артисты коллектива «Алексис» решили удивить немцев. Прямо на улице напротив Рейхстага белорусы устроили инструментальное представление. В репертуаре только мировые хиты. Первый концерт на немецкой земле пришелся на третий день путешествия мозырян. В гимназии Лукаса Кранаха коллектив приняли тепло. В свою очередь мозыряне выложились на все 100. Уже вечером состоялась первая международная тренировка с танцорами немецкой танцевальной школы. Четвертый день в Германии и снова концерт. На этот раз «Алексис» принимали в школе-интернате города Преч. Как планировал руководитель коллектива Александр Зенченко, зрители остались в восторге от новой танцевальной программы и костюмов мозырян. То, что мы здесь 13-й год подряд, ну, дает нам, наверное, повод для того, чтобы понять, что мы действительно здесь востребованы, и нас здесь ждут, и всегда принимают на ура. И я так думаю, что есть, наверное, возможность увидеть те залы, в которых мы работаем, и как реагирует публика. Вот. И каждый раз мы стараемся привести что-то новое, и нам очень приятно отметить, что и организаторы, и непосредственно ребята, которые смотрят наши мероприятия, говорят, что с каждым годом мы становимся, ну, более профессиональным, более интересным коллективом для разной аудитории, начиная от маленьких детей и заканчивая уже, ну, бабушками, да? Как и положено артистам высокого класса, Алексис может давать сразу несколько концертов в день. Это и продемонстрировали в немецком Элстере. Несмотря на усталость, ребята отлично справились. Мы уже 12 лет приглашаем ансамбль «Алексис». И от имени детей, танцевальных школ, вообще всех заведений школьного образования, от родителей, от нашей публики. Огромное спасибо вам, Дворцу культуры, директора замечательного завода, родителям за такие талантливые танцоры.
На протяжении недельной программы в Германии артисты Алексис доказывали. Они не просто люди, которые хорошо танцуют, а личности, интересующиеся всем и вся. Они удивляли бюргеров своим раскрепощенным поведением и заряжали позитивом. Ведь не каждый сможет прямо в центре Берлина играть и петь, или даже снять целый клип прямо на знаковых исторических местах. Опан, Гангнам Стайл! Гангнам Стайл! Оп, 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 оп! Опан, Гангнам Стайл! Закончилось путешествие мозырских артистов большим торжественным концертом в театре. Посмотреть на выступление соотечественников пришел даже посол Беларуси в Германии Андрей Гира. Алексис в очередной раз смогли произвести впечатление и на высокопоставленных гостей. Несколько минут назад стихли последние аккорды гала-концерта международной программы, которая состоялась в городе Виттенберг, Германия. Участниками программы были гости из Лейпцига, гости из Магилёва, в том числе и творческий коллектив, заслуженный творческий коллектив нашего завода «Алексис». И я ни на секунду не сомневаюсь в той программе, в той поддержке, которая производится сегодня в наших предприятиях. Поддержка творчества молодых. За молодыми у нас будущее. Удачи вам, Алексис, и тем всем, кто хочет творить, творите. Хотите танцевать, танцуйте. Хотите петь, пойте. Любите и любите свою историю.